Евросоюза за чемпионат весной 2016 года. И от лица всего нашего коллектива просто поздравляю. И события Максим Патишев. И будущее желаю вам успехов в спорте, не только в спорте, в жизни, в образовании вашего. Старайтесь ставить вперед, старайтесь, когда после падений и поражений, быстро подниматься, быстро восстанавливаться. И пусть для вас бильярдная школа и соревнования такого масштаба для вас будут хорошим уроком. И пусть эти знания, которые вы получаете за счет вашего обучения, развивают вас выдержку характера, чтобы вы становились смелее, сильнее, решительнее. Давайте проведем сейчас награждение. Начнем с самой детской младшей категории. Так, 3-е место в детско-юношеском чемпионате Харьковской области занял Семигула Грина. Подходи, пожалуйста. Дожевывает. Подожди, пожалуйста. Ренат, посмотри на меня. Ренат, посмотри на меня. Давай. Поздравим еще. За занятое 3-е место в детско-юношеском чемпионате Харьковской области по спортивному бильярду награждается Артем Акчарев. Так, Михаил Невц. Это вообще, даже не знаю, нет слов, просто как бы такой ребенок интересный. За занятое 2-е место детско-юношеского чемпионата Харьковской области по спортивному бильярду награждается Михаил Невц. Подходи к нам. Мне кажется, ты будешь комментатор. Будешь комментировать матч в ноябре месяце? Да. Да? С микрофона? На камеру? А кто-то видел интервью с этого ребенка? Нет. Нет? Ты же ребенок, который забил миллион шаров. Да? Миллион ты забил? Кто-то шаров? 3 миллиона. Скажи, грамотно? Подходи к ребятам на награждение. Миша, да. Это все тебе. Вернись, Миша. Ну вот это что? Это ты сходить можешь в кинотеатр. Куба, подойди. Я его не могу держать. Давай, кий. Держи. Ничего страшного. Держи кубок. Все. Ребят, если вам сложно делать, можете положить. Вы надеваете или на столике. Всем спасибо. Всем спасибо. Возвращайся обратно в строй. Сейчас буду фотографировать. Ну и чемпионом 2016 года в детско-юношеском чемпионате Харьковской области по спортивному бильярду становится Котляр Артем. Подходи к нам. Вы понимаете, что в историю попало? Да? Во-первых, история школы бильярда, во-вторых, история Федерации спортивного бильярда Харьковской области. Давай, будь молодцом. Для второго турнира, я считаю, результат очень достойный. Я просто высоко поднялся. Сначала на прошлом турнире я был на последнем, а теперь на первом. Тебе сколько лет полных? Ну, полных 7. 7? Ты понимаешь, что ты через 2 года уже переходишь в другую возрастную категорию? Там ребята посильнее. Да, надо готовиться. Да, готовиться. Да? Держи грамоту. Так, поаплодируем. Бери шарик. Только маловато для мороза. Аплодируем нашу категорию. Что так, Владимир Александрович? Итак, категории 2008-2010 года рождения награждается София Резник. Занято 3-е место в Искринском чемпионате Харьковской области. У тебя сколько медалей уже? 6. 6 медалей? А сколько 3-х мест? Много. 3-е место, скажем так, не самое обидное, обидно 2-е и 4-е. Ну, так как бы принято. Все-таки 3-е место это полуфиналист. Это практически финалист. Не расстраивайся, все впереди у тебя. Тебе сколько полосов? 8? 7? Ничего, у тебя 2 года еще есть, чтобы для того, чтобы в своей возрастной категории первое место. Длина с мальчиками тяжело. Да? Ты не обращай внимания. Я думаю, что у тебя есть все для того, чтобы ты работал. Все, ручки есть. Да. Самое главное, не болей. И стремись. Просто не опускай руки, стремись. Все. Впереди соревнования, больше ничего. Ребята, давайте наградите. Занято 2-е место в детско-юношеском чемпионате Харьковской области по спортивному бильярду занимает Данил Елецкий. Это ученик школы Ариана. В первую очередь, всем пожелать, чтобы твоя школа развивалась как можно шире, чтобы ребят было больше, чтобы тебе там было интереснее, комфортно. Сколько у вас сейчас учеников? 4. Ну, чтобы было 40. Тогда тебе станет очень интересно. Наградите тебя, пожалуйста. Ну и так, вот наш танк, Гура, Лев, выходи. Я его так называю танк. Тебе не обидно? Переезжать все. Ну, характер просто у тебя вообще такой решительный стал. И последний год прибавил, конечно. Но есть у тебя одно. Ты очень часто встаешь при ударе, да? У меня была идея вообще вчера в турнир вести правило такое, штрафовать за вставание при ударе и за поднимание кия с моста. Вот, и ну ты тут сам и вставаешь. Надо, родители, просто внимание, если когда-то вы играете со своими детьми, следите внимательно, чтобы дети ваши не вставали при ударе, потому что это, скажем так, паразитирующая привычка, которая разрушает вообще всю технику. Следите за этим внимательно. И хочу поздравить тебя, ты закончил свой последний турнир правой рукой. Это человек левша, а он с 2,5 лет играет правой рукой. Начиная со следующего турнира, у тебя будет первый турнир, где ты будешь играть левой рукой. Договорились? Держи грамоту. Поздравляю. На занятое третье место в категории 2007 года рождения награждается Исаи Болис. Очень перспективный молодой человек. Для второй турнир. Да, для второго турнира третье место — это хороший результат. Ты стремишься, у тебя есть кому стремиться, у тебя занимается вместе с Никитой, Владом, с теми ребятами, которые зашли, которые тоже призовые места занимают. Да. Занимайся с ними, скажем так, в одно время есть возможность подтянуться очень быстро. Держи грамоту. Лев, потом посмотрим. Здесь у нас еще, да? За это третье место в категории 2007 года рождения награждается Гура Лев. Молодец. Ну, категория попала на результат. Давай, еще одну. Лев. За занятое второе место награждается Никита Мики в Крымском чемпионате Харьковской области среди детей 2005-2007 года рождения. Значит, от себя скажу следующее. Я считаю, что вот в этой возрастной категории все-таки у Никиты самая правильная техника из всех ребят. Ты меньше встаешь, меньше поднимаешься. У тебя хороший вин, хороший чужой. Надо подтянуться. Да? И в последние полгода очень заметно, что ты стал поувереннее. У тебя в глазах появился такой холодок, поменьше расстраивайся, да? Ну, стремись, знаешь, что популярный спорт не безграничен, стремиться есть. Понятно? Поздравляю. Вот такой вот кубок тебе за второй. Спасибо огромное. Поздравляю. И в возрастной категории 2005-2007 года рождения награждается Владислав Герасименко. Заходи, пожалуйста, за первое место. Ну а тебе что сказать интересного? Появился с нами недавно. В нашем кругу тебя называют чертенок. Ты в курсе? Знаешь за что? За что у тебя в глазах горит огонь. И видно, насколько тебе вот бильярд, насколько он тебе интересен, насколько ты стремишься. Молодец, смотри, не перегори. Да? Никогда тоже не ставь границу в развитии. Да? Ты будешь сейчас расти, у тебя будут расти пальчики, будут расти руки, будут расти позвоночники, станешь близко. И первым делом, что тебе нужно делать, подтянуть твою петлю. Как только ты технику свою потянешь, у тебя все потянет. На 2-3 головы сразу же. Поздравляю. Аплодируйте. Все находитесь. Есть у нас еще мальчик Ярик Барановский. Игнат. Невозможно тебя не наградить. Это был первый турнир, да? А в первом турнире у нас проигравших нет. Сколько тебе лет? 4 года, да? Миша, а тебе сколько лет? 5. Значит, через полгода в ноябре тебе придется открыть турнир и разбить пирамиду. Подготовишься? Держи, мы награждаем тебя тоже. Ты будешь самым лучшим. маленькое такое объявление. У всех призеров есть такой конвертик. В конверте, уже запечатал вам, да? В конверте лежат наши бильярдные гении. Называются они «Куши». Эта программа «Куши», она уже работает в бильярдной школе не менее 3 лет. Значит, что это даст вообще, да, для ваших детей? Ну, во-первых, как бы эти деньги бильярдные они могут потратить в бильярдном мире, заплатить за занятия, купить себе кий, отремонтировать кий, поучаствовать в турнире каком-то, купить какой-то бильярдный аксессуар, сходить на спортивные сборы бильярдные, да? Но в большей степени мы их ввели для того, чтобы дети стали более финансово грамотными. То есть это те деньги, которые для них, то есть больше у них денег бильярдных нет. Вот у него есть, к примеру, 10 кушей, и больше денег нет. И раз в месяц в году у них проходит такая игра. Ну, расскажу немножко предысторию. Да? То есть было родительское собрание 3 года назад. Родители, просьба всем внимания, тишины. Родители задали вопрос. То есть, Кося, ну мы же понимаем, да, все-таки бильярд это игра коммерческая, коммерческой основе. Да? То есть что делать для того, чтобы ребенок не стал азартным? Не стал азартным, да, и потом в будущем не стал играть деньги, проигрывать деньги, на которые как бы, он не имеет права проигрывать. Да? Поэтому вопрос был такой: можно научить быть финансово грамотным, а можно ему этому не учить, как бы, да, и не отвечать потом за события, скажем так. Поэтому мы решили все-таки научить детей быть финансово грамотными, чтобы они знали, какие деньги можно разыграть, какие деньги нельзя разыграть. Поэтому здесь, ну, на данный момент времени репутация школы бильярда учеников не испорчена ни одним учеником. Ни первым выпуском, ни вторым. То есть нет вообще такого ребенка, который закончил бы школу бильярда, и о нем ходили слухи о том, что он там проигрывает что-то там и так далее. Итак, сейчас фотографирование. Давайте сделаем сейчас общую фотографию. Потом призеры. Со всеми, с каждым я готов сфотографироваться, с родителями и на память. Вот, у нас есть несколько интернет-носителей, где вы можете потом посмотреть эти фотографии. Это сайт «Бильярд» в Харькове, сайт «Бильярдер». Здесь, в этом зале, мы обязательно оставляем фотографии, где, когда дети вырастут, может приехать посмотреть все-таки на эту историю. Ну что, фотографируйтесь? Давайте. Правильный план. Миша, у вас правильный план.